Эпицентр непогоды в Брестской области агрогородок Лопатино, где стихия буквально сносила все на своем пути. Шифер, металлочерепица и даже кирпич. Ничего не щадило. Это улица Колхозная, и здесь продолжаются восстановительные работы. Уже привезли строительные материалы, чтобы максимально в сжатые сроки помочь людям. Апокалипсис не иначе, говорят местные. В полдень воскресенья резко стало темно, затем налетел ветер со скоростью до 20 метров в секунду с крупным градом. Ураган вырывал кровлю, укладывал заборы и деревья, обрушил по улице все столбы и линии электропередач. Буран поднялся и резко все. Навалилось. Вот такого, я с хаты вынесла, вот такое гусиное яйцо, такой град был. Вот такое страшное, прямо окна такое. Резко, у меня у него резко. Все окна в хате, все резко, буквально за 5 минут. Но с той стороны шло, такое гуло, это так страшно. И ты кому в хату, и это поднялась бура. Він, давай, хоть и окна закрывать. Ой, град этой лупил, ну минут 5-7 больше не было. Таких разрушений от непогоды местные не припомнят. Пострадали 63 дома. Для разбора завалов и восстановления жилья мобилизовали весь строительный комплекс Пинского района. Каждая организация выделила технику и людей. Оперативно подвозят шифер и пиломатериалы, вывозят поваленные деревья и строительный мусор. Жителям, оставшимся без крова, предоставили места в общежитиях. Еще вчера удалось восстановить электроснабжение. Откликнулись и неравнодушные люди из соседних деревень, чтобы помочь. Очень страшно было, потому что все трещало, и шифер ломался. Но не такая беда, как здесь. Здесь тут очень большая беда. Тут, где ни глянь, все ломаное. Все это поправимое. Главное, жертв нету. Вот самое главное, это человеческая жизнь превыше всего. Чудом никто не пострадал, хотя шифер влетал в дома, разбивая окна. Убытки частично покроют страховые выплаты, а часть жилых домов принадлежат местному хозяйству, которое уже приступило к ремонту. Размер ущерба все еще подсчитывает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Восстановлены все объекты инфраструктуры, восстановлено электроснабжение, восстановлено водоснабжение, расчищены улицы и дороги. Работают строительные организации, работают строительные бригады всех хозяйств района по восстановлению жилых домов. Люди работают и по мере необходимости материал подвозится. Красноречивая стихия, говорит и лобовое стекло машины главного агронома местного хозяйства. Вдребезги от града ураган застал прямо в поле. Начал град бить. Сначала, может, первые секунд 10, еще 15 стекло выдерживало. Потом осколки, ну, все стекло сеточкой закрыло. Здесь же, вот видите, сверху, здесь же пленочка видно. Здесь и здесь, в этих местах. Здесь пробило, уже сидел в салоне, уже стекло летело на лицо. Град большой, ну, крупный летел, больше, наверное, куриного яйца был. К убыткам относят и 60% площадей Лопатино, более 2000 гектаров кукурузы и зерновых попали будто под расстрел стихии. Аналогичная ситуация в соседнем хозяйстве Плещицы. Ветер выпотрошил колосья и уложил плотно к земле. От кукурузы и вовсе остались лишь стебли. Для культур, как для кукурузы, сами видите на фоне. Вся у меня других слов, кроме того, как расстреляно, иначе ничего не могу сказать. По зерновым положила все полностью, зерновых около 1000 гектар положила. Процентов 70 урожая как минимум нету. То есть тут без слез, наверное, не обойтись. Тут мало что нужно сказать. Картина ужасная. Куда страшнее последствия стихии в Гомельской области, где ураган развернулся с полной силой. Пострадали 249 населенных пунктов в 15 районах. В регионе объявили режим ЧС. Самая сложная ситуация в Мозыре и Калинковичах. До сих пор нет электричества и воды. Организовали подвоз воды, за ней выстраиваются очереди. Жертвами стихии стали трое человек, в том числе ребенок. В детском оздоровительном лагере имени Марата Казея при падении дерева погиб 13-летний подросток. Дети в этот момент находились на открытой концертной площадке, где проходил танцевальный батл. В 17:15:20 моментально, молниеносно изменилась погода. В секунду отключилось электричество. Ливень просто стеной стоял. Среагировали быстро, четко, слаженно. Воспитатели, дети, помощники все схватили детей вот в одну огромную, как скажем, под себя, под крылышки. Завели в самые ближайшие корпуса. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса. По предварительным данным, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадало 7 воспитанников лагеря. В результате полученных телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Трем детям с ушибами и травмами оказана медицинская помощь на месте, еще трое были госпитализированы. Один ребенок был госпитализирован в детскую областную больницу с тяжелой травмой конечности. Один ребенок с легкими изменениями госпитализирован в травматологическое отделение, сейчас находится у нас в удовлетворительном состоянии. И еще один ребенок в удовлетворительном состоянии, отпущен на амбулаторное лечение.
Состояние девочки после операции в Гомеле оценивают как стабильное. Оздоровительный лагерь продолжает работать в штатном режиме. Детям и сотрудникам оказана психологическая поддержка. Спасатели военной бригады нефтяников устраняют последствия бури. Включены дизельные генераторы. Следственный комитет Беларуси начал проверку по фактам гибели людей. По данным МЧС, во время урагана в стране погибли 6 человек, 15 травмированы. Государственная система предупреждения ликвидации ЧС на всех уровнях организовала деятельность аварийных и спасательных служб, направленных на оказание помощи пострадавшим, уборку поваленных деревьев, восстановление электроэнергии и обеспечение безопасности наших граждан. При высоких температурах возможны резкие изменения в погодных условиях, сопровождающиеся шквалистыми порывами ветра, грозами, градом, падением деревьев. Поэтому МЧС настоятельно рекомендует в непогоду ограничить выход из здания. Не стоит прятаться под деревьями, за рекламами, щитами, остановками, зданиями, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов. Перебои с электричеством отмечались почти в 2000 населенных пунктах страны. В наиболее пострадавшую Гомельскую область перебросили энергетиков из других регионов. Работать приходится в труднодоступных местах и круглосуточно. Самая сложная обстановка в Мозырском энергоузле. Там на текущий момент со всей республики трудится более 200 бригад, более 240 единиц различной техники, в том числе и высокой проходимости, потому что заболоченные места, местность очень специфическая. У природы нет плохой погоды. В этот раз белорусы, кажется, могут поспорить. Восстановительные работы продолжаются по всей стране. Кристина Протасовицкая, Анна Корольчук, Александр Галах, Виталий Распопов, телекомпания СТВ.